Еще раз всем привет. Еще сегодня поговорим про тачпад Apple Magic Trackpad MS380. Когда я был на выставке CES 2013, мне очень понравился его тач, и сегодня про него хочу поговорить. В общем, даже задумываюсь над покупкой его Apple Magic Trackpad. Вот так он выглядит. Картинки будут, видео обязательно. Как это я делаю в эти разы. Так, что вообще он на себя представляет? Он соединяется по Bluetooth с ПК. Подключение беспроводное. Назначение для компьютеров и для ноутбуков. Ну, тачпад понятно. Питание манипулятора 2XAA, цвет серебристый, радиус действия радиоканала 10 метров, первый в мире трекпад мультитач. Мне он очень понравился, его тач, но, конечно, дизайн тоже на высоте. Apple Magic Trackpad – это стильный мультитач трекпад для компьютеров и ноутбуков производства Apple. Этот девайс можно использовать вместо мыши. Он поддерживает весь набор жестов, как и в ноутбуках Apple. С его помощью гораздо удобнее поворачивать изображение, изменять масштаб, переключаться между приложением, закрывать приложение и так далее. Magic Trackpad правая и левая нижние ножки являются одновременно кнопками. Они выполняют роль соответствующих кнопок мыши. Надо отметить, что это самый большой трекпад мультитач. Magic Trackpad имеет стиль, схожие с клавиатурой Apple Wireless Keyboard. Они отлично дополняют друг друга. Питаются устройство двух батареек АА. Вот такое вот, в общем, устройство. Задумываюсь над его покупкой. Думаю, что куплю, сделаю на него полный обзор и распаковку. Но не обещаю. Может быть, и не получится. А может быть, мне его кто-то сдаст. Посмотрим. А на этом это видео заканчивается. Спасибо за внимание и до свидания. Увидимся в следующих видео. Пока!